Срочные новости. Сегодня в нашем городе Мэл-Сити вырвался на свободу дракон. Да-да, настоящий дракон. Больше он похож на китайского дракона. И его видели со стороны Китая. И он сейчас летает по всему Мэл-Сити. Так что будьте осторожны и не залазите на высокие здания. Потому что это может быть очень-очень опасно. Он может просто вас бить, или съесть, или свои лапы проткнуть вас насквозь. Ним также можно управлять, если его приручить. Приручить его довольно сложно. Надо ему принести человека одному в жертву. Он когда его съест, и тогда можно будет его оседлать. И тогда он станет он ручной и безопасный. Если кто-то его приручит, что вы спасете весь Мэл-Сити. Да, вот это по новостям передали новость. Я живу уже в высоком здании. Почему просто сюда влететь и все? Что это за звуки? Так, ну вроде пока все нормально. Только что это были за звуки, ну понятно. Да, вот это он пролетел. Весь мой дом разрушил. Просто весь. Просто, я даже не помню. Я это, стоял, он залетел. Меня отбросило. И у меня голова оторвалась. Не знаю, каким магическим способом она у меня опять появилась. Наверное, кто-то меня возродил. Только не знаешь кто. Вот это да. Он прям залетел. Он пролетел сквозь, наверное, мою полностью квартиру. Я даже не помню. Он очень мощный. Ладно, я пойду к своему другу Максиму. Я думаю, что у него хоть безопаснее. Так, вот он и дом Максима. Открывай, Максим! Кто это? Это твой друг дракон. Хорошо, сейчас открою. Все, проходи. Сейчас только я дверь закрою. Ну, рассказывай, что тебе принесло ко мне. Ты же у меня 1000 лет в гостях не был. Ну, дом у тебя маленький какой-то. Ну, у меня дома разрушил этот дракон, чтобы он вас всем передал. Вот это как было. Я, значит, я стоял, услышал это. Вот такой вот трёх. Он влетел в мою квартиру, и я это отлетел, и он пол моего всего дома там, я не знаю, сколько там этажей было. Фух. Да. И просто он взял и улетел. И что будем делать? Я не знаю, что делать. По новостям передали, что можно его оседлать, только надо одного человека в жертву принести. Оседлать дракона? Ну да. Но мне кажется, что это надо идти куда-нибудь в другое здание. Ну, большое.
Ну пошли, а что ты ко мне пришел? Чтоб ты мне помог. Все, пошли. Ближайшее небоскребное здание в километре от нас. Пошли. Все, но мы с Максом на небоскребе. Он таким же размером, как и мой. Макс, здравствуй, блин. Ты что, дыбой? Кто будем жертву приносить? Ближайший человек. Поднимите кто-нибудь на крышу. Все, ну вот привязали. Все, ну, прости. Это ради спасения человечества. Ладно, ради спасения человечества я готов пожертвовать. Главное, чтобы он приручился, не просто какие-то сказки по новостям сказали. Ну да. Так, вроде пока никого нету, ну да. Ой, я боюсь, что за нас кинется. Нет, почему так умрет? Макс, как живой только кости переломаны. Это миф, но это не работает. Только истины могут обладать этим драконом. Да, он это здание превратил в мусор. А сам просто взял и улетел. У меня все кости переломанные. А у меня ноги оторвало. Ты еще видел, у меня в полете вот так вот в стенку. Вот так. Бэм! Я в стенку, я отлетел головой вот так вот. Так. Бэм! И все. Надо только искать истинного. Я знаю, у меня есть друг, ну, с 5-го класса. Пойдем, покажу, пойдем. Вот мой друг с 5-го класса. Петрович. Привет, Петрович. Что ты тут? Что так на своем ковре самолете и летаешь? Ну да, летаю. Привет, Дракон. Привет, Макс. Как вы знаете мое имя? Я мысли читаю. Ну, понятно. Так, Петрович, нам нужна твоя помощь. Какая? Говорите, помогу. Чем смогу. Ты же истинный, правильно? Ну да. Только истинный может обладать этим драконом, который сейчас летает по всему городу. Угу. Где он сейчас находится? На востоке. На востоке. Садись, ну на ковер самолет сейчас мигом отлетим. Хорошо, садимся.
Ну что, полетели? Ну что, вот мы и полетели на восток, на самую высокую гору. Сейчас я буду его звать. Аталана Маца Дракониус. Приди, дракон, приди. Ну что, вот он. Ребят, вы не попрыгиваете, потому что он может разозлиться. Держу. Ну что, полетели. Он это дерется очень крепко. Он супер быстрый. Ох, вот это мы с ним прокатились. Найти свою границу и обратно засыпай. Все, он полетел в свою границу. Тогда мы уже из Китая уже новости уже принесли. Лёг он свою границу или нет. Так, русские передали, что сейчас в это озеро опять вернется этот дракон. Ну, сейчас посмотрим, не сорвали они или нет. Блин, этот дракон возвращается. Давай, дракоша, возвращайся. Все, он вот такое вот видео получилось. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал. С вами был Супер Дракон. Всем пока-пока.